Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Виндаванам Ванчакалпатарувасакипасиндубевача Патитананг Павунебха Вишнавибхьо Наму Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунланг Хайтагирим Яткипатамаханг Ванде Парамананда Мадхавам Биндавай Тулсидеббай Пиявай Кешвасача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Баттвай Наму Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттама Девин Сарасватин Весам Татху Жайо Дире Шанкиртане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасане Чаха Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Варуна Дхайям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панатапалли Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунарвиндам Ятпада Паллаванакачанда Маничатая Бишпуриджита Кимепикабодушвадарши, Пурунану Рагара Сасагара Сарамуртихи, Сарадхикамай Кадакипам Гаруси. Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Си Аддайта Гадамдхара Сивасади Гаура Бхакта Винда, Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Аджануламбита Бхуджау Канака Бодату, Санкиртанай Капитару Камала Йотакшо. Вишамбару Дижабару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синиттам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибушихи Табама Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджишо Бадани Лакшмир Джашача Бхакшаши Джасьясти Хиде Самбид Твам Нишинга Махам Бхаджи
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Venum karat nipatitam skalitam sikhandyam. Venum karat nipatitam skalitam sikhandyam. Brashtan chapitavasanam bajarajasunu bajarajasunu. Jasaika kataksa saraghat vimurchitasya saradhika. Parisharami kadara seno venum karat nipatitam skalitam sikhandam brashtan chapitavasanam bajaraj sunu jasaika kataksha saraghat vimurchitasya saradhika parisharami kadara seno Gauriya Goswati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru told Gauriya Goswati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что тот объект, который мы не можем видеть, тот, о котором у нас нет никаких представлений, никаких чувств в его адрес. Как это возможно совершать баджан этому абсолютному объекту? Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, тот объект, который мы не можем видеть, тот объект, который мы не можем осознать, у нас нет представления о нем, нет никакой информации. И если мы знаем что-то, то с помощью Гуру Вайшнавов из-за наших материальных самскар мы не можем осознать это, и как это возможно поклоняться этому абсолютному объекту, поскольку обычно те, кто обычные люди, так называемые преданные, они обычно думают, что они сравнивают все со своим предыдущим опытом. Они могут понять то, что они испытывали раньше, а то, что они никогда не видели, не слышали. Они могут сомневаться об этом. Или какая-то логика может возникнуть у них. Но Гаудия Гоштипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру много раз говорил, что логика не может находиться на пути абсолютной истины. Если я буду пытаться использовать свою логику на духовном пути, то потеряемся мы на этом пути. Это невозможно. Мы, Гаудии, у нас есть особенность. Мы Гаудии, у нас есть особое качество, и какова же эта особенность? Особенность относительно Сиддханта Вичара и особенность относительно своего служения. Сева и Сиддханта, они практически одинаковы. Если я буду пытаться использовать Сиддханту в практической форме, то я найду ее в форме севы. Если вся Сиддханта, исходящая от Радхарани Шрилы Прабхупады Бхактивинода Такура, если я применю ее в практической форме, мы увидим, что это сева. Или относительно севы, которую совершают какие-то гуру вайшнавы. Если мы хотим превратить ее в философию, в даршан, это станет сиддхантой. И таким образом сева и сиддханта не отличны друг от друга. Глупые люди не понимают этого. Сева и сиддханта, они
практически едины. Не осознав Сиддханта Вичара, это практически невозможно прогрессировать на пути Бхаджана. И другое, я вчера хотел сказать об этом, что те, кто гуру вайшнавы, они трансцендентные громкоговорители. Из трансцендентного мира трансцендентный звук является в их сердце и проявляется через их слова, через их харикатху. И вот если у меня есть такая стопроцентная вера в гуру вайшнавов, то тогда это несомненно мы сможем встретиться с Бхагаваном в этой жизни. Шрила Прабхупад много раз говорил, кто-то спрашивал, поскольку обусловленные души часто задают вопросы такие, они не могут поверить на 100% или на 50%, может, могут поверить, или на 70%, может, даже на 95%, но на 100% редко бывает. И вот они что-то оставляют себе, какие-то, ну, в общем, не могут полностью поверить, какие-то вещи не могут поверить и сомневаются в этом. И таким образом майявада, она оскверняет наше сердце в той или иной степени, поэтому мы не обретаем высшего блага. Это большая проблема. Харибаджан — это такое, что находится за пределами наших представлений. Харибаджан — это мечта для нас, поскольку Гуру Вайшнава, Бхагаван, Кришна, они находятся на таком высоком трансцендентном уровне. Если я не могу преодолеть этот разрыв через наш баджан, в этом проблема будет на нашем пути. Различные подозрения, сомнения, они могут развиться в нашем сердце. И обусловленные души, они всегда находят недостатки в других, это естественно, Шрила Прабхупад говорит. Это природа обусловленных душ, обусловленные души не находят недостатков в себе. И природа обусловленных душ в том, что не находят недостатки в других, а в себе не видят. Но чистые саду, они всегда находят недостатки в себе. И Шрила Прабхупад много раз говорил, что кто-то, услышав много харикатхи, после совершения киртана в шаранагати, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о себе как о собаке гуру вайшнавов. Я тоже говорю о себе как о собаке гуру варги, и поэтому если кто-то говорит какую-то ересь, я опровергаю ее. И это мое занятие. Подобное тому, как собака охраняет хозяина, так и я охраняю честь и достоинство нашей гуру варги. Behavior, Siddhanta, which are in front of public, it is open to all.
A Guru Vaishnava never going to close the chapter, close the curtain. They open. You see me. Гуру Вайшнава, они всегда показывают, что в их сердце то, что они делают, чему следует их идеалы. И если кто-то хочет, он следует этому, не хочет, его не заставляют. И Шрила Прабхупад говорит, что эта природа обусловлена душ в том, что они находят недостатки в других, а в себе эти недостатки не видят. Но мы видели в жизни Парамахамса Гуру Вайшнава, что... И вот я начал с того, что у меня нет чувства, нет представления. Если кто-то скажет нам рассказать о Голоке, что мы сможем рассказать, если мы никогда не были, или кто-то рассказать о Гималаях попросит, если мы никогда не были, то что мы сможем сказать им? То есть мы можем сказать людям то, что в чем мы сами имеем какой-то опыт. И вот если мы видим недостатки у других, находим их там, то, несомненно, такие недостатки, они внутри нас. Они уже есть в нас, иначе бы мы не могли их видеть. То, чего нет в нашем сердце, как мы можем говорить об этом? И вот простота, смирение — это естественно. Эти качества, естественно, присутствуют в Гуру Вайшнавах, особенно в тех, кто находится в преемственности Радхарани, на пути Рада Анугати. Я много раз говорил, на пути Рада Анугати, Тринад Апису Ничбава, она естественно. На пути Рада Анугати, это Тринад Апибава, она естественно, нет ничего искусственного там. До тех пор, пока мы не почувствуем, что я слуга Гуру Вайшнавов, до тех пор у нас нет надежды начать Харибаджан. Вчера я говорил, что Удав, он очень благодарен был Кришне. Он говорил Бхагавану Шри Кришне, что ты отправил меня во Враджадам, это великая милость для меня. То, что ты послал меня во Враджадам, это великая милость. Иначе как я мог осознать чувство Враджаваси, качество Враджадамы? Это было невозможно для меня. И это настоящая милость. Я знаю, вы все И вот некоторые люди, они предпочитают лечение. У них есть какие-то деньги, думают, что могут вылечиться от всего. Я думаю, наоборот, что при достижении болезни лучше, чем ее лечение, что лучше не позволять болезни появиться у нас. Лучше предостерегаться от всяких проблем, чем их потом лечить.
По милости Гурудева, благодаря его Гуру Крипи, никакие материальные проблемы меня не затрагивают. И ничто, кроме духовного, не привлекает меня в этом мире. Никто не может показать такую Тринада Бхаву, такое смирение, как Радхарани, как Шрила Прабхупад, как Бхактина Такур, как Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж. Кто-то спрашивает Шрилу Прабхупаду, видели ли вы Бхагавана? Вы так много говорите о Бхагаване. Видели ли вы этого Бхагавана? И Шрила Прабхупада сказал, какое дело вам, видел ли Бхагавана или не видел? Что изменит это в вашей жизни, если вы знаете, видел ли я Бхагавана или не видел? Хотите ли вы сами увидеть Бхагавана? Говорите. Говорите всем сердцем. Хотите ли вы увидеть Бхагавана? Если хотите, то по милости Гурудева, по милости Гурварги я могу показать вам. Не нужно спорить. Если вы сами заинтересованы, то приходите в нашу преемственность, следуйте всему, и вы увидите Бхагавана. Если у вас нет веры, то что толку спрашивать об этом? У меня нет решения для вас. Вера — это основа. Если нет веры, то нет возможности увидеть Бхагавана. И тогда в этом случае Гуру Вайшнавы не смогут помочь нам. И вот мы должны пытаться прилагать свои лучшие усилия, чтобы развить непоколебимую веру в Гуру Вайшнавов, как Шрила Бхактивинода Тхакур он написал в Киртане. Каждую часть секунды, пускай моя вера увеличивается. И это признак Харибаджана. Харибаджан, он возможен только для тех преданных, которые очень разумны. Я не говорю о каком-то материальном разуме. Только очень разумные люди могут осознать Кришну, они могут прийти и слушать Харикатху Гуру Вайшнавов. Они могут прогрессировать на пути Харибаджана. Глупые люди не могут этого сделать. Харибаджан — это он не для глупых людей. И поэтому в киртанах говорится, те, кто совершает Кришна-бхаджан, они очень умные, они могут осознать все. И если мы далеко от Гуру Вайшнавов, то они поймут, как помочь нам. И таким образом мы очень удачливы сегодня. У нас есть возможность соблюдать Радхаштами. Я чувствую себя неудобно говорить об этом, поскольку я недостоин. Сегодня день Радхаштами, имя Радхарани. Я не стыдно его произносить, у меня нет качеств. Поскольку Радхарани, она не состоит из плоти и крови, как мы. Она трансцендентна. Радхарани, она не отлична от Кришны, она равна ему. Радхарани значит Кришна, Кришна — это Радхарани. Са-эва-са.
са, значит, Радхарани Севаса. Рада Говинда не отличны друг от друга. Шакти, шакти, матур, обед. В соответствии с Веданта Сутрой, у нас есть идея, представление о том, что шакти, шакти, матур, обед, что шакти не отлично от шактимана. Ваша шакти внутри вас, не снаружи, а внутри. И вот Радхарани и Шакти, они внутри. Но все же в трансцендентном мире это возможно. Хотя мы знаем, что Шакти, Шакти Матурабьет, но все же Шакти может прийти и показать нам свою форму, хотя они не отличны друг от друга, но все же нам Шакти, Шакти чудесным образом является в другой форме, но в материальном мире мы не можем этого понять. Но это возможно. И вот Радхарани и Говинда, мы можем видеть их в отдельных формах, подобно мужчине и женщине, но эта идея, представление о них, как и мужчине и женщине, это скверная очень идея. Вчера я говорил то, что когда мы сможем осознать, что мы ничего не делаем, что наше тело, ум, они все делают. И чистый саду, когда какая-то борьба происходит в этом материальном мире, они могут осознать то, что тамагуна сталкивается с сатвагуной или с раджагуной. И возникает такой огонь, лесной пожар буквально. И таким образом весь мир горит. Мы не можем найти ни одного места, где было бы настоящее трансцендентное спокойствие. Только внутри Гуру Вайшнавов можно найти такую трансцендентную невозмутимость, умиротворенность. И вот Махарадж раньше говорил вот эту шлоку. Что даже Царь Небес несчастлив. И вот этот Индра наслаждался со своими служанками, Апсарами, и тут Гурудев пришел и хотел дать ему какое-то трансцендентное знание, тот не оказал ему должного почтения и был проклят. В итоге Индра стал свиньей. Даже Царь Небес не может дать гарантию, что я счастлив. Даже Чакравати Радж, который контролирует весь мир, он не может сказать, что он по-настоящему счастлив. Но трансцендентное блаженство, оно находится внутри сердец Гуру Вайшнава, поскольку они заключили лотосные стопы Бхагавана Шри Кришны в своем сердце. И
и поэтому они по-настоящему счастливы. Обусловленные души, естественно, они ищут какую-то материальную любовь, какие-то материальные вещи. И гуру Вайшнава не беспокоится об этом. Но эти обусловленные души не знают, где находится настоящая любовь. Гуру Вайшнава они не могут бросить вас в огонь материального мира, хотя в материальном мире можно видеть, что какие-то родители очень жестко обращаются с детьми, могут оставить где-то, подкинуть кому-то. Но Гуру Вайшнава не такие, они хотят спасти нас. И вот сегодня день явления Шримати Радхарани, но я думаю, что у меня нет качеств говорить о славе под руководством Шрилы Прабхупады Бхактивинода Такура. Я могу попытаться исправить себя, слушая и говоря о том, памятуя, говоря и слушая то, что я услышал от Гуру Варги. И вот Шакти Шакти Матор обед сегодня, день явления Шримати Радхарани. Но я думаю, день явления Радхарани был во время Джанмаштами. Кто-то может подумать, что я сумасшедший. Иначе почему говорю так? Я знаю, сегодня день явления Шримати Радхарани, но все же я хочу сказать, что день явления Радхарани уже был на Джанмаштами. Джанмаштами Титхи — это день явления Радхарани, поскольку Кришна никогда не находится один на Радхарани, всегда с ним. Как это возможно, что Кришна родился, а Радхарани не было? И это указание, также намек есть в Гопи-гите. И вот гопи говорят: «О Кришна, когда ты явишься здесь, в этом мире, то вся ситуация, все обстоятельства меняются, они обретают такой прекрасный вид, какое-то необычное явление происходит. Как это возможно?» И вот благодаря твоему явлению, я знаю, Враджа Бхуми, она трансцендентна. Но все же, когда твое явление происходит, выглядит как Лакшми Деви. Она является и украшает всю даму. И действительно так. Махалакшми. Изначально Лакшми Радхарани. Кто такая Лакшми? Кто такая Рукмини? Сатьябама, Джамбавати. Кто они? Это Радхарани, экспансия Радхарани. Радхарани явилась в их формах, чтобы служить Бхагавану Шри Кришне. Нет ничего иного, но никто не может осознать этого. Даже Дурга Кали в этом материальном мире, они тоже пришли в форме Радхарани. Без Радхарани нет существования Дурги Кали и прочих
все различные лакшми, как лакшми Нарисимха, лакшми Вараха, лакшми Ваман, лакшми Курма. Они не одинаковые лакшми, не лакшми. В соответствии с конкретной лилой лакшми являются в той или иной форме, как, боже, как супруга этого, кто совершает лилу. Как Гададхара был и Вишнуприя, Лакшмиприя, они тоже явились, чтобы украсить эту лилу. И таким образом гопика, они дали указание, что по твоей милости, о Говинда, о Кришна, благодаря твоему явлению выглядит, что Враджа-бхуми она украшена таким великолепным образом. Лакшми, она изначальная Лакшми. Если мы выясним, откуда они явились, то выяснится, из лотосных стоп Радхарани исходят все лакшми. Даже тень, даже Дурга и прочие, они исходят из тени Радхарани. Прямо или косвенно они все исходят из Радхарани. У них нет другого источника. И в шастрах говорится, ананта-коти вишнулоки. И вот они, эти бесчисленное количество вишнулок, они молятся лотосным стопам Радхарани, они просят Хирани поставить ее стопы на их голову, чтобы потушить такую жажду в их сердце. Мы можем говорить о какой-то высокой философии, но осознание всего этого может прийти к нам только по милости Гуру Вайшнавов. Те чистые Гуру Вайшнавы, которые, они очень свободны, они свободны, они могут открыть свое сердце и показать нам, но все же во внешнем мире есть какие-то ограничения. Они не могут прикасаться к вам, например, и в этом разница между материальными родителями и духовными. Если сравнить любовь чистого Вайшнава к нам и любовь миллионов родителей, то его любовь будет намного больше. Радхарани, она благословляет всех, даже Кришну. Радхарани, она благословляет Дургу Сарасвати, жен Гайтри, жену Брамы. И без милости Радхарани Кришна беспомощен. Кришна, он не Кришна без Радхарани. Чтобы осознать всю эту сокровенную сиддханту, это сложно. Так или иначе, материальные представления могут прийти и осквернить наше сердце. Мы не можем осознать это, невозможно. И все аватары исходят из Кришны. Кришна, он изначальный источник всех аватаров.
В Брахма Самхите говорится об этом. Все аватары исходят из Кришны. Кришна — он изначальный источник всех аватаров. И также Радхарани — это источник всех шакти. Все энергии, они исходят из Радхарани. И нет другого источника. Прямо или косвенно все исходит от Шримати Радхарани. Мы знаем, Кришна — это единственный источник, единственный, кто привлекает всех и вся. Кришна — единственный объект нашего поклонения. Кришна настолько прекрасен, настолько красив, что Кришна видит свое отражение в зеркале, он восхищается им. Кто такой Кришна? Я хочу обнять его и поцеловать, как Радхарани. Кришна. И вот Кришна, когда видит свое изображение, он восхищается этой красотой. Апаримита калита, this shloka yesterday I was speaking. This is Krishna. Krishna is the only object of attraction. Кришна — он объект нашей любви. То, к чему мы стремимся, без Кришны нет никого иного, кому бы мы стремились. Но этот Кришна, он чувствует влечение к Радхарани. Все привлекающие Кришна, который привлекает все бесчисленные миры, и поэтому его зовут Кришна. Все привлекающие. Это имя Кришна, Кришна. Кришна, значит, привлекающий, она, кто дает радость Ананду. И вот во всех бесчисленных вселенных Кришна — это единственный объект влечения всего и вся. То, что привлекает нас, он обладает во всей полноте всеми этими качествами, красотой, могуществом и прочими вот этими шестью достояниями. Они в полной, абсолютной степени принадлежат ему. У нас, конечно, ограниченное представление обо всем, поэтому мы не можем представить это, но Кришна, смотрите, он привлекается Радхарани. Но это не какое-то материальное влечение, не думайте так. Если думаете так, то не приходите ко мне. И вот этот Кришна, он привлекается Радхарани. Кришна, он единственный объект поклонения во всем мире, во всей вселенной. Но Радхарани — это так, кому поклоняется сам Кришна, который единственный объект поклонения всех бесчисленных миров, и этот Кришна, он поклоняется Радхарани. Почему? Поскольку это его природа. Радхарани служит Кришне таким образом. То, что она сама стала объектом поклонения Кришне, можете ли вы представить? Радхарани служит Кришне таким великолепным образом, что она стала объектом поклонения самого Шри Кришны. И это статус Радхарани.
Лалита Вишака и прочие сакхи, они Кая Бухави Вистар, они все проявления Радхарани. Радхарани, она явила, проявила себя в форме вот этих своих сакхи, в форме своих спутников. Радхарани хочет служить Кришне бесчисленными способами. Как Анантадев хочет служить Кришне, но не чувствует но чем больше он служит, тем больше желание служить возникает у него. А если у нас нет подобного чувства, то значит, что наша бхакти несовершенна. Шримати Радхарани служит Кришне различными способами. Я хочу сказать нечто особое, поскольку вы не можете достичь этого уровня. Относительно Дживататвы я вынужден был сказать, что есть две категории. Первая – Бадхадживы и Муктадживы, вечно свободные, вечно обусловленные. Но опять же, это не значит, что они не могут достичь духовного мира. Они с незапамятных времен обусловлены, но все же могут избавиться от обусловленности при каких-то обстоятельствах. Разумные люди хотят прекратить это колесо самсары, рождения и смерти. Те, кто по-настоящему разумны, не могут, может, одну жизнь попытаться что-то сделать. Если выпал величайший шанс, то нужно использовать его. Делать или умереть. Есть такая, ну, я был ребенком в школе. Пословица такая была, принцип, что сделай или умри. И слово «невозможно» находится только в словаре глупцов. В моем словаре его нет и не было, я не боюсь. И те, кто боятся, у них есть вожделение, поэтому они боятся. Кама, оно, это вожделение может сделать вас слабым, иначе нет толку. И вот в Дживататве, кто-то может не помнить, но я говорил достаточно давно, и какова эта татва, Бадхаджива, когда она освобождается по милости чистой Гуру Вайшнава и может войти в духовный мир, она может такое же уважение получить, как Муктадживы. Вот Муктадживы, Бадхаджива. Муктадживы из незапамятных времен служат Бхагавану Шри Кришне там, в духовном мире. Но все же они дживы. Те, кто дживы, Муктадживы, они служат там в духовном мире различными способами, но все же они дживы. Муктадживы. Самша, Випинамша, различные эти идеи там я могу обсудить как-то. Те, кто Кая в Юхе. Как Сидам, Судам, Васудам, они Кая в Юхе, Кришна Баларама. Кришна Баларама, они первые. И вот из Баларама все эти вечные спутники проявляются и но они все, и вот те, кто эти, не те могут, они дживы,
Сейчас Махара еще раз повторить. Например, я хочу служить Лалита Саки. Это не значит, что я стану Лалита Саки, нет. Мы следуем Лалита Деви как нашей госпоже, и мы получим настроение ее служения в итоге. И таким образом, эти мукта-дживы, они служат не чтобы достичь совершенства. В Аджарасабхаве есть множество секретов, я детально не буду говорить об этом, но вообще можно видеть великолепие всего этого, что от из Шримати Радхарани, все шакти, Фоми Рукмини, Сатибамы и прочих жен Кришны проявляются. И вот из Кришны, Кришна, он изначально аватара. И вот сегодня мы поклоняемся, не сегодня, это не совсем правильно, каждую часть секунды. В тот момент, когда мы забудем Радхарани или Гурдева, кто-то спрашивает Шрилу Прабхупаду, кто ваш Гурдев? Можем ли мы думать, что Радхарани наш Гурдев? Шрила Прабхупад сказал, да, почему нет, как? И Шрила Прабхупад говорит, если ваш даршан, высился, и вы сможете видеть хорошо, что Радхарани пришла в форме моего Гурдева. Нужно возвыситься, и в этом состоянии невозможно, нужно достичь какого-то уровня более возвышенного. И Вишвана Чакравати также пишет вот эти слова. Сам Кришна явился и вместе с Радхарани, и Радхарани, она служит Кришне бесчисленными способами, особенно в Враджадаме, в форме Лалиты Висакхи и прочих Сакхи Манджари. Радхарани служит Кришне, но все же не чувствует удовлетворения. И в то же самое время Кришна служит лотосным стопам Радхарани и тоже не чувствует удовлетворения. Сам Шри Кришна всегда служит Радхарани, но почему он недоволен? Но опять же, если не чувствует удовлетворения, не значит, что он недоволен, он просто недостаточно доволен, не достигает такого чувства насыщения. Это... То есть, если кто-то служит Гурдеву, например, и думает, что достаточно послужил, теперь Гурдев может ему служить, это неправильно. И также Кришна служит Радхарани и не чувствует удовлетворения в своем служении, хочет служить больше и больше. Также всякие чандавали и прочие противоположная группа гопи, они служат Кришне, но Радхарани их недолюбливает, но это не значит, что они не служат. Они просто служат, чтобы насытить Враджалилу. Когда какие-то препятствия, они играют роль противоположной стороны, и таким образом насыщают лилу. Если, например, кому-то помогать с детства постоянно в чем-то, то такие люди ленивые становятся сами, делать ничего не могут. То есть нужно к самостоятельности приучаться. Или если какие-то люди нас игнорируют, то таким образом гордость не разовьется, либо мы будем более смиренными. А если все постоянно будут нам помогать, ничем не мешать, то ну, такие люди ленивые получаются и не ценят то, что есть. Есть такая английская пословица, что
выживает самые приспосабливающиеся. Ну, как в процессе эволюции тоже самые приспосабливающиеся выживают. Если мы не сможем выжить на пути Кришна Баджана, то попадем на оковы майя. Есть Кришна Сева, есть Майя Сева. Мы должны выбрать, нет никаких других вариантов. Я не могу. Мы должны служить Кришне, либо Майя. Майявади думают, хотя они находятся в ловушке Майи, но не верят в Гуру Вайшнавов, в вечное существование Гурудева. Это их Майя, Майя Сева. И таким образом вопрос очень важен, что выживают самые сильнейшие. Много людей могут прийти на путь Баджана, но они смогут выжить. И те, кто выживают, они продвигаются на пути этого Баджана. И таким образом Радхарани служит Кришне, таким образом все время, всегда. Даже Чандравали служит Кришне. И если нету, не было бы конкурентов вот в форме Чандравали, то красоты и насыщенности Кришналилы бы не было такой. Гамук, например, очень высокая точка, высоко в горах находится, и чтобы ее посетить, это множество усилий надо приложить, множество приключений по пути пройти, чтобы дойти до этого гамука. И также Кришна Баджана, он подобен приключениям. Каждое утро я нахожу золотое письмо и множество новостей там. И каждый день разные. Кто-то думает, что каждый день у нас происходит одно и то же, и ему все надоедает. Но я чувствую великий энтузиазм. Каждый день утром я получаю золотое письмо от Гуру Варги. Я нахожу какие-то новые новости, чувствую радость. И вот смотрите, Чандравали и прочие, они эти противоположные стороны, они дают нам великий вкус Кришна Лилы. Они то есть своими, своей противоположной деятельностью, они создают нам различные приключения, сложности, и таким образом насыщают эту Кришналилу. И таким образом, смотрите, эти противоположные враги Кришны и Радхарани, такие внешние, как Чандравали, если бы их не было, мы не могли бы чувствовать великолепие и всю красоту Кришналилы. То есть должны быть какие-то конкуренты, какие-то вот такие люди, участники, точнее. И вот много лет назад я говорил о Сиддханте Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад говорил, если любовь и борьба случается ради одной единой высшей уникальной цели, причины, ради Кришны Севы, то мы приветствуем это. Если любовь и борьба случаются ради одной единой причины, абсолютной Кришны Севы, то мы выражаем почтение этому. Но в материальном мире можно, если мы видим какую-то любовь, какую-то борьбу, но не забываем, что этот мир негативный, а не позитивный. И вот Чандравали, они внешне препятствуют служению Радхарани, сами хотят служить. Иногда Чандравали ловит Кришну,
переманивает их, его на свою сторону. Радхарани очень опечалена этим. И вот очень малая душа, чидатма внутри нас. И вот внутри нашего тела есть душа, и благодаря этой душе мы делаем все. И вот весь Вриндаван, ну, в общем, весь Вриндаван и все, что внутри него, оно трансцендентно. From your body, if Chidatma going away, in that case, all game finish. Если также, если душа уйдет из нашего тела, то тело становится мертвым. Но мы не видим эту душу, она подобна частице света. И также все тело Кришны Радхарани, оно Чидатма, оно не состоит из крови и плоти, хотя внешне может показаться так, но оно целиком и полностью трансцендентно. Радхарани и Кришна может выглядеть как мужчина и женщина со стороны. Какие-то материалисты могут подумать так, но если Кришна не приходит к Радхарани, чтобы принять служение, Радхарани гневается, настолько гневается, что Радхарани, она выгоняет его, говорит, что не хочу видеть его лица, но имеется в виду, что она хочет видеть Кришну. Это слова премы, когда и вот Радхарани, если выгоняет Кришну, то это значит, что Радхарани хочет видеть Кришну, но Лалита выгоняет Кришну, говорит, чтобы не приходил, и как Кришна уходит, Радхарани начинает рыдать, почему ты позволила ему уйти, как вы сказали выгнать. Вот и выгнали. И Радхарани жалуется Лалите, зачем ты выгнали Кришну, как ты сама сказала выгнать, ну вы знаете же мое сердце, что я не хочу его прогонять. А почему Радхарани гневается, поскольку, почему ты принимаешь служение от них, от группы Чандравали, они не знают, что ты любишь, а что нет, как они могут служить тебе. Иногда, почему бы тебе не прийти ко мне, зачем ты туда ходишь, в этом причина гнева Радхарани, не из-за... И это такой сладкий гнев такой. Сладкий гнев, почему Кришна пошел к ним, а не ко мне, чтобы понять служение от меня. И ваши материальные представления не могут здесь действовать. И вот Радхарани никогда не идет ни на какие компромиссы относительно служения Шрима Сундару, своему господину. Радхарани никогда не идет, не терпит никакие компромиссы насчет служения Шрима Сундару во Вриндавандаме. И вот Радхарани не может потерпеть никаких компромиссов относительно нашего
неправильного служения во Вриндаване, поэтому лучше находиться в Говардхаме и пытаться служить Вриндавану. Это более практично, поскольку Дама, она может даровать милость нам. Гуранга Махапрабху, хотя мы знаем, что Гуранга — это Расарадж Махабхадхарани, что это Радхарани и Кришна в объединенной форме. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что поклоняться Радха Говинде и поклоняться Гуранге Махапрабху — это то же самое. Если я поклоняюсь Гуранге Махапрабху Кришна мантрой, это правильно. Если я поклоняюсь Кришне Гора мантрой, это тоже правильно. Нет ошибок в этом. Если у вас есть сомнения, значит, вы не понимаете этого. И вот Авирбхавтитхи Радхарани, он дает нам бесконечные возможности. Если мы не почувствуем явление Радхарани внутри своего сердца, Гуру Авирбхавти, я имею в виду внутри своего сердца, то тогда мы не сможем находиться на пути Бхаджана. Мы должны чувствовать Рада Авирбхав, Гуру Авирбхав всегда, каждую часть секунды. И в тот момент, когда мы забудем, что наш Гурудев Радхарани, в тот момент, когда мы забудем лотосные стопы Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура Майдевяна, сбросит нас в океан Майя. И вот каждую часть секунды мы должны помнить. Я соблюдал день явления Радхарани на день Кришна Джанмаштами. Я уже говорил, по милости Гурудева Варги, у меня есть представление, что Радхарани явилась в день Джанмаштами, но сегодня также она явилась показать что-то особое. В день мы не могли этого видеть. Даже в детской лиле, когда Кришна был очень мал, Радхарани тоже она была очень мала. И в то время, когда Кришна, он отправился во Вриндаван, и с Нанда Бхавана, с дома Нанды Махараджа, оттуда Кришна пришел в тонкой форме, чтобы встретиться с Радхарани в Варшане. Никто не знает об этом. Физически нельзя было видеть, что Кришна пришел. Кришна спал, но Кришна в тонкой форме пришел на Варшану, чтобы встретиться с Радхарани. Когда Радхарани родилась на Варшане, множество этих мнений. Есть одно из мнений, то, что Вришабхану Махарадж, он отправился на Ямуну, чтобы принять омовение, и обнаружил в цветке лотоса большом какая-то маленькая девочка, он взял ее, поцеловал ее. И вот поэтому она зовется Падмаджа, рожденная из лотоса. Какая-то другая сиддханта может быть, но не хочу не говорить, поскольку то, что из Рада Катакша Стотри, там оно есть, какие-то мнения еще другие есть. И вот когда Вришабхану Махарадж взял Радхарани с Ямуны, с этого лотоса вернулся в свой дом в Равале, и вот они, он увидел, что Радхарани она с закрытыми глазами, и вот он поцеловал ее, дали молока ей, взяли на руки, но глаза закрыты были.
И вот они думали, какая прекрасная девочка, почему глаза закрыты. И Нанда Махарадж, Вришабхану Махарадж, он пригласил Нанду Махараджу, мой друг, приходи. У меня есть дочь. И вместе с Кришной, они, Яшода Нанда Баба, они пришли к своему другу, чтобы увидеть эту ребенка этого. Они были восхищены ее красотой. И когда Нанда Махарадж, Вришабхану Махарадж, Яшода Ма, Киртита Сундари, они говорили тем временем, Кришна соскользнул их с их, ну, уже спрыгнул с коленей их, пошел к Радхарани, прикоснулся к ней, Радхарани открыла глаза, поскольку это решение было Радхарани, что она хотела вначале всего увидеть Кришну, и поэтому глаза закрыты были, и когда Кришна прикоснулся к ней, то она открыла глаза. И Нанда и Яшода начали радоваться. Мы думали, это слепая девочка, а теперь видим, что просто глаза были закрыты. И это было Радхарани решила увидеть Кришну вначале. И Радхарани учит нас, что чтобы мы не видели, мы всегда должны бы видеть прекрасного Кришну, а не какие-то материальные объекты. Куда бы мы ни смотрели, мы должны видеть Кришну. Это называется совершенный даршан. Это не какая-то сухая философия. Гуру Вайшнавы никогда не говорят о какой-то сухой философии. Они говорят все из своего прямого осознания. И таким образом Радхарани родилась, и после этого, когда они отправились на Варшану, Кришна отправился в Нандагаон. Это Враджадама. Варшана значит Варшану. Бару плюс Шану. Значит, Брахма, он явился в форме холма, чтобы быть свидетелем лилы Радхарани и Махеш Шанкар Бхагаван, Парамахамса Шанкар. Он принял форму Нандишвара. И таким образом они все слушали Радха Говинде вот таким скрытым образом все время. И вот они служили лотосным стопам Шри Кришны. Внешне можно подумать, что Радхарани никогда не училась, как мы, в каком-то школе, в каком-то колледже. В Гурукулу тоже не ходили. Можно подумать так, и может у них нет представления о священных писаниях. Но мы не знаем, что лотосный стоп Радхарани — это источник всего бесчисленного знания. В Упанишаде говорится, что если мы познаем Кришну, мы познаем все. Если мы обретем Кришну, все неудовлетворение уйдет прочь. Если мы обретем Кришну, то все. Обретем все. Ничего недостигнутого не останется. Кришна говорит, что нишкинчан, и преданные нишкинчан, они любят меня. Кришна Бхагаван говорит рук меня, я нишкинчан, и те, кто по-настоящему нишкинчан, они любят меня. Кришна Бхагаван говорит.
что те, кто настоящие нишкинчины, они любят меня, а посторонние люди нет. И вот если Рагхунат Дас Госвами нишкинчин, Санатан Рупа Госвами, Шрила Прабхупад, они все нишкинчины, поскольку у них нет никакой собственности, кроме лотосных стоп Шри Кришны. Лотосные стопы Шри Кришны — это единственное сокровище в моей жизни. И поэтому я могу стать нишкинчином. И почему Кришна говорит, что он нишкинчин? Поскольку лотосные стопы Радхарани — это единственное богатство в жизни Кришны. И вот лотосные стопы Радхарани — это единственное богатство в жизни Кришны. Без лотосных стоп Радхарани Кришна никогда не говорит, что у нее что-то есть. Однажды Шайва и какие-то другие шаки, Чандравали, они сказали: «О, Саки, сегодня большой пир можем устроить. Почему? Поскольку Радхарани помирает». И хорошая новость для нас. И это что я думала, что хорошую новость принесет своей госпоже, что Чандравали будет рада услышать, что Радхарани умирает. Но Чандравали разгневалась: «О, глупая, почему ты так говоришь? Как это же хорошая новость принесла вам? Нет, это плохая новость, поскольку мы только благодаря Радхарани мы имеем возможность иметь общество Кришны какое-то время. Если Радхарани умрет, то Кришна его тоже не станет». Если Радхарани умрет, то у нас не будет возможности служить Кришне, поэтому не говори так. И вот, когда Радхарани разгневалась, видя поведение Кришны, поскольку Кришна — Расик Шекхар, он источник всех рас. Кришна — он полон расы. Если Кришна уйдет куда-то, как мы идем, и вот когда Кришна идет, то вся раса вокруг него капает, как если кто-то приходит, идет из Ганги, то вода капает, в мокрой одежде приходит, то вода капает с него. И также Кришна, он Мадху, Мадху. Одно из имен Кришны — Мадху. И вот, если он куда-то идет, то раса буквально капает с него. Но мы ищем Мадху, сладость где-то еще, хотя она вся находится в Кришне. И вот когда Кришна, он без... И вот Радхарани иногда гневается из-за того, что Кришна не дал ей возможности служить. Иногда Радхарани настолько гневна, что что Кришна только сидит и плачет, это вот на Манасароваре находится. Это место подобно сну, подобно мечте. Я был там много раз, я помню все эти места.
у меня, по милости Гуру Вайшнава, у меня есть такое качество, такое чувство к Вриндавану. Я совершал парикраму по всей Враджадаме, там, где Кришна совершал свои лилы. Я прошу про... И вот Кришна просил прощения в Радхарани, но все же Кришна Радхарани не простила его. И в итоге Кришна прикоснулся к лотосным стопам Радхарани, и Радхарани сказала: «Не трогай». И Кришна начал плакать и говорить: «Если ты не прольешь милость на меня, то я умру». Помести свои лотосные стопы ко мне на голову, и тогда я могу потушить огонь, горящий в моем сердце. Радхарани — это такая татва, рада татва — такая татва. Для Кришны даже невозможно объяснить ее, поскольку рада татва — это не вопрос философии или каких-то лекций, это вопрос прямого осознания, это вопрос чувства. Радхарани служит Кришне таким образом, поскольку как служить Кришне, Радхарани знает. И мы, Гаудии, наше служение, оно под руководством Гуру Варги. И вот если мы должны следовать Радхарани во всем и служить в соответствии с ее стандартом. Шрила Прабхупад говорит, после прочтения 18 тысяч шлок из Бхагавата, мы очень глупы, что даже после того, как прочли все 18 тысяч шлок из Бхагавата, мы не можем увидеть, где же имя Радхарани, поскольку мы глупые. Шрила Прабхупад говорит, что даже после прочтения 18 тысяч шлок из Бхагаватам мы не знаем, где там имя Радхарани, то наше чтение Бхагаватам бесполезно. Если мы прочтем все веды Веданту и не увидим, не узнаем ничего о Кришне, то такое чтение веды Веданта бесполезно. Можно изучать веды Веданту жизнь за жизнью, но если мы не видим, где же Кришна там, то что толку? И поэтому Бхагаван Шри Кришна, он уже сказал в Гите: изучив все веды, если мы не можем найти меня, если вы не можете найти меня там, то ваше чтение вед и Бхагавата там бесполезно. И вот Шрила Прабхупада говорит, кто-то пытается бороться с Шрилой Прабхупадой, где имя Радхарани, вы говорите: «Рада, Рада, Радхарани, где в Бхагаватам она?» А Шрила Прабхупада сказал: «Для кого имя Радхарани должно быть там? Для каких-то глупцов, как вы?» Брихат Бхагаватамрите Санатан Госвами отвечает: Шукадев Госвами не мог произнести имя Радхарани открыто. И когда имя Радхарани должно было произнести, он из-за экстатического чувства не мог произнести его, поэтому он сдерживался и говорил имя Радхарани косвенно, иначе Бхагавад-катха не смогла бы произойти, он бы потерял сознание от приполняющего экстаза при произнесении ее имени и также силы Прабхупады. Поэтому он пытался как-то сдержаться, говорил Бхагавад-катху, и поэтому он не смог произнести ее имя, но все же несомненно, ее имя там, вот в этой шлоке.
Наярадхита Нунам. Если у нас есть представление о санскритской грамматике, если мы обрели милость чисто Гуру Вайшнавов, тех, кто находится на пути Рупануга Баджана, то тогда мы осознаем Анаярадхита Нунам. Аям значит Кришна. Аная кем? Кто, точнее, кто служил Кришне абсолютным образом? Кто совершал Кришне служение абсолютным образом? Ее имя Радхарани. И знаете это наверняка. Те гопи, они говорили между собой, когда Кришна потерялся, они говорили: мы думаем, что она единственный объект, кто служит Кришне лучшим образом из возможного. Это она Радхарани. Вот в этой шлоке говорится об этом. Иначе, как это возможно? Что когда она потерялась, вот, рассолила, вся рассолила, она распалась, как это возможно? Те гопи, они обсуждают между собой, как это возможно, что вся рассолила, распалась. Тогда, когда Радхарани ушла, вся рассолила, она распалась. Поскольку Радхарани — это связующая сила, Радхарани — это связующая сила, все рассолила. Если мы изучим физику, химию, то там можно явление такое, как центробежная сила. Когда если привязать камень к веревке и раскрутить его, то на него будет действовать центробежная сила и другая сила, которая толкает его в другую сторону. По-русски забыл, как противоположность центробежная, обратная. И вот таким образом Радхарани, она связующая сила. Если бы Радхарани не было, то ничто бы не было бы никакой лилы. И гопи думают, что она единственная, кому, от кого Кришна получает абсолютное служение, или другим образом я могу сказать, что она единственная, кто совершает служение Кришне, и Кришна чувствует абсолютную радость благодаря ее служению, поэтому наша Гаудия Гурварга, мы все следуем ей, Радхарани. Радхарани значит Гурудева, Прабхупада Бхактина такого, иначе это невозможно. И вот Прабхупад говорит, что
прочтя 18 тысяч шлок из Бхагаватам, вы не увидели там имя Радхарани, то такое чтение Бхагаватам бесполезно. Вот в этой шлоке говорится о Радхарани, о ее качествах. И Шрила Прабхупад говорит, Радхарани – это единственный источник, из которого мы можем обрести Кришна Крипу, милость Шри Кришны. Если бы не было Радхарани, кто бы даровал милость нам, бесчисленным дживам? Шрила Прабхупад говорит, для бесчисленных джив Радхарани, она организует милость Прасада Крипа. Она дает милость Кришне нам. Вся эта милость снисходит через нее. Радхарани всегда занята, чтобы даровать милость всем этим душам. Она очень необычайно милостива, более милостива, чем Кришна. Кто сказал, что Кришна самая милостивая? Нет, Радхарани. Радхарани навсегда организует милость для нас. Радхарани, она требует дать кому-то милость, каким-то живым существам, как Прахлад Махарадж. Его тема, конечно, полностью отличная, но все же он говорит то же самое. Или Рунтидев. Then Radharani. If Krishna is, you know, feeling disturbance, Radharani cry. Why you are suffering? That's why I become angry. I become angry because why you are suffering? И вот Кришна, почему Радхарани почему гневается на Кришну? Потому что он страдает без ее служения. И вот Нарисимхадеву Прахлад Махарадж говорит, ты да хочешь даровать милость мне, но ты должен даровать милость всем этим детям демонов, детям асуров. И я уже обрел общение с твоим преданным с Нарадой. И вот Прахлад Махарадж говорит, если ты прольешь на них свою милость, то я тогда пойму, что ты, я обрел настоящую милость от тебя. О, Прабху, ты не всемогущий, ты и что будет от тебя, если ты прольешь свою милость на этих детей демонов? Я уже обрел твою милость, и поэтому эти асуры, они беспомощны без тебя. Кто может помочь им, если не ты? И Нарисимхадев был очень счастлив, видя такие качества Прахлада. Все риши муни. То есть эти чистые преданные не ходят куда-то в уединенное место, чтобы им никто не мешал. Нет, они хотят спасти других. If they are staying in front of lakhs of people, no problem. If they are going to solitary vajan, the same thing. There is no disturbance. But for bonded soul, solitary vajan is dangerous. Для обусловленных душ уединенный баджан опасен, поскольку больше проблем возникнет. И вот Прахлад Махарадж говорит, Риши Муни уходят совершать уединенный баджан для своего собственного блага, но не столь эгоистичен. Я хочу, чтобы ты помог этим детям демонов. Как они без твоей милости могут что-то сделать?
Ты источник бесчисленной милости, и почему бы тебе не пролить свою милость на них? Смотрите, насколько умен Прохлад Махарадж, и вот Нарисим Хадев был вынужден пролить свою милость на этих детей асуров, хотя он никогда не собирался этого делать. И вот Прохлад Махарадж все-таки добился, попросил Нарисим Хадеву, чтобы он пролил свою милость на этих детей демонов. Гуру Варга говорит нам, чтобы мы должны говорить очень аккуратно, чтобы никакого материального вожделения не мешало нам. Чистые преданные сердца свободны от вожделения. И таким образом Кришна совершал многие различные виды лил и радхарани. Это главное. Это главные, это причина всей этой лилы. Без Радхарани никаких лил бы не получилось. И вот однажды Кришна с Радхарани плыли на лодке, Кришна начал раскачивать лодку, и в лодку начала вода натекать, и Радхарани очень испугалась. Но Кришна сделал это всегда бущего для пущей насыщенности этой лилы. Есть такие сокровенные лилы, что Джива Госвамипад решил эти книги, где описывались эти сокровенные лилы, он решил эти книги предать самадхи. И вот Джива Госвамипад решил все эти книги со всеми этими сокровенными лилами закопать в землю, чтобы никто не совершил, не мог превратно понять, поскольку мало кто мог, мало того, практически никто не мог понять эти сокровенные лилы. И вот он плачал, взял эти книги и закопал в землю. И вот Радхарани — это единственный источник, благодаря которому мы можем получить Кришна Крипу. Нет никаких других источников милости Кришны, кроме Радхарани. Радхарани всегда занята в том, чтобы организовать милость для всего мира, но кто может принять эту милость? Как вы знаете, в Джаганнат Радхаятре какие-то панды, они берут сладости и с колесницы раскидывают, кидают в толпу. И вот Радхарани всегда распространяет милость. Если мы достаточно удачливы, то мы сможем обрести милость. Если нет, то нет, что делать? И вот мы можем подумать, какие-то глупые люди могут подумать, что Радхарани никогда не ходила в Гурукулу, ни Лалита, ни Вишака. И как они знают шастры, но мы не знаем. Я уже сказал, что из пальцев на ногах Радхарани исходят лучи, и из этих лучей все Сарасвати, Дурги, Брахмани, жены Брахмы, они исходят.
И как мы можем сказать, что Радхарани неграмотная? Иногда из-за смирения Радхарани может так говорить, что мы, может, не образованы. И поэтому Кришна может отправиться в Матхуру, чтобы получать служение от образованной гопи. А мы, у нас нет такого, такого. Но разве это так? Лотосные стопы Радхарани. Из ее лотосных стоп все, все знание исходит. И как мы можем сказать, что Радхарани неграмотные, необразованные? Иногда мы можем сказать, что Айшварья Бхава внутри Вриндавана не работает. Почему? Поскольку Мадхурья Бхава, она всегда доминирует над Айшварья Бхавой. Это очень важные темы, но я кратко расскажу о них. Айшварья, она есть. Айшварья, она, это полная Айшварья, даже в каждом уголке Вриндавана мы можем видеть всю Айшварью в Вайкунтхе. И как мы можем сказать, что Айшварьи нет, но все же внутри Вриндавана Мадхури она доминирует и затмевает собой всю Айшварью и все остальное. Иногда кто-то может сказать, что эти гопи говорят в Гопи Гите такие слова. И гопи говорят, мы знаем, что ты не сын гопи, ты находишься в сердце всех душ, как параматма. То есть это говорит о том, что эти гопи знают Сиддханту, но практически но это Айшварья, это знание о том, что Кришна пребывает в сердце каждого, как сверхдуша. Но это знание, оно, они как бы знают, но быстро забывают. И это затмевается тем, что Кришна наш возлюбленный. И та шлока, с которой начал, я не должен ее объяснять перед вами, но все же по указанию Шрилы Прабхупады я попытаюсь, и видя Радхарани, например, Кришна бежит и видит Радхарани, и ее вамши, флейта, она падает, одежда развязывается, и прочие трансцендентные признаки являются. Его корона падает, вамши, флейта тоже падает, одежда развязывается. И это состояние Кришны, которое он чувствует, видя Радхарани. Понимаете значимость Радхарани? Перед Радхарани Кришна чувствует себя. Он повелитель бесчисленных миров, но он чувствует себя так перед Радхарани. Очень важно получить какое-то представление о Радхарани. Это лучше, чем какой-то интеллект. Интеллект может куда-то нам до какой-то степени довести, поднять нас, но сила воображения, но более важна.
И вот я должен остановиться сейчас, время кончилось. Only one or two kirtan I can try. Sarvosho tomar charone shopiya porechi tomaro ghare tumi to thakuro tomaro kukuro boliya jano ho more sarvosho porechi tomaro ghare তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো হো মরে সর্বস্ব তোমার চরণে সপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো হো মরে সোপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মরে বাঁধিয়া নিকটে আমারে পালিব রহিব তোমার দ্বারে পতিত জনেরে আসিতে না দিব রাখিব ঘরের পারে বাঁধিয়া নিকটে আমারে পালিবে রহিব তোমার দ্বারে পতিব জনেরে আসিতে না দিব রাখিব ঘরের পারে তব নিজ জন প্রসাদ সেবিয়া উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা আমার ভোজন পরম আনন্দে প্রতিদিন হবে তাহা প্রসাদ সেবিয়া উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা আমার ভোজন পরম আনন্দে প্রতিদিন হবে তাহা সুখিয়া শুইয়া তোমার চরণ চিন্তিব শত তো আমি নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব যখন ডাকিবে তুমি বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ শত তো চিন্তিব আমি নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব যখন ডাকিবে তুমি নিজর পোষণ কবু না চিন্তিব রহিও ভাবের ঘরে ভক্তি বিনোদ তোমারে পালক বলিয়া বরণ করে নিজের পোষণ কহু না চিন্তিব রহিব ভাবের ঘরে বিনোদ তোমারে নিজের পোষণ কহু না চিন্তিব রহিব ভাবের ঘরে
Бхакти винодо томаре палоко риаворону каре. Бхакти винодо Бхакти винодо томаре палоко балиаворону каре. Jayo Radhe, Jayo Jayo Madhava Dahi. Jayo Radhe, Jayo Jayo Madhava Dahi. Damodar Roti Bardhan Vese. Damodar Roti Бардхан веше, хори нишпуто бриндави пинесе, хори нишпуто бриндави пинесе, айо радхе, жайо жайо, мадхава дайи, жайо радхе. Jaya Jaya Madhava Dahi Gokula Torani Mandala Mahite Gokula Torani Mandala Mahite Jaya Radhe Jaya Jaya Madhava Dahi Jaya Radhe Jaya Jaya Madhava Dahi Vishobhanu Dodi Sokileke Vishobhanu Dodi Nava Sokileke Lalita Shakhi Guna Ramito Vishake Lalita Шакхи гуно рамито вишай Радхе Jaya Jaya Madhava Dahi Jaya Radhe Jaya Jaya Madhava Dahi Karunam Kuru Mai Karuna Bharite Karunam Guru Mai Karuna Bharite Shanako Sanatano Varnito Charite Shanako Sanatano Varnito Charite Jaya Radhe Jaya Jaya Madhava Dahi Jaya Radhe, Jaya Jaya Madhava Dahi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Tiger, Hare Bol. Гур Премананде, Хари Хари.